француженка. Того, что они показывают прекрасные результаты художественной гимнастики, еще и учатся очень хорошо. Все 87 участниц мне признались в том, что учатся и ниже среднего, и успевают. Многие делают по ночам какие-то задания, кто-то учится заочно, но образование идет. Да, к сожалению, век гимнастки, художницы в спорте высших достижений очень короток. Они быстро становятся возрастными, такой обидный несколько термин. Ну да. И покидают прекрасный вид спорта, поэтому надо обязательно иметь достойные тылы. Хотя многие мечтают стать тренерами по художественной гимнастике, и это им удается воплотить в жизнь. Безусловно. Когда ты чувствуешь все сам, намного легче объяснить, как это сделать. Эва Сарано. Да, хорошо известная в прошлом. Именно олимпийское выступление. Вы знаете, наверное, весь мир учил эту ловлю. По-моему, только Зарине Гизиковой удалось когда-то ее выполнить. Очень сложно. Мы будем надеяться, что Эва Сарано научит этой ловле своих учениц, раз она теперь выступает в качестве тренера.